контакте с собой, у нас столько условностей. И эти условности, они нас на самом деле печалят. И лица такие, знаете, посмотрите на пожилых людей. Ну, столько печальных лиц, это ужас. Очень мало вот таких лиц. Вот таких вон, как матери, очень мало. Но я предлагаю, чтобы мы все с вами повернулись не в старость, а в мудрость. Вы знаете, чем отличается старик от старца? Со стариками неохота сидеть рядом, охота удрать. Потому что старики зациклены на своем теле, на своих болячках, на то, как их обманули. Да? И у вас просто думаешь, и вот просто, ну да, иди, мать дура, мать плохая, конечно. Да? То есть вот такая манипуляция постоянно. Но старцы, им настолько интересно жить, что с ними хочется быть. И вот дай Бог нам всем просто так старцами не станет. Это каждодневный путь, но это путь ученический.